Всем привет, с вами канал Кооператив Гейминг, меня зовут Нобсвелл, и сегодня мы посмотрим на такую игрушку, как под названием Chroma. Это игра от разработчиков Harmonix, по-моему, как-то так. Построена игрушка на игре CryEngine, да хрен там ей, да CryEngine еще топать и топать. Это Unreal Engine. Это, по-моему, дебютная игра вот этой компании, не буду называть свое название. И в ней очень много элементов от игры Guitar Hero. Сейчас вы это все увидите сами. Не знаю, сколько здесь карт, пока я увидел только одну. Вот это чудо. Здесь присутствует 5 классов. Это Assault, Инженер, Снайпер, Поддержка и Танк. Сейчас я вам просто покажу все классы, потому что тут больше показывать-то и нечего. Карта-то пока одна вот эта вот. Так, начнем с Assault'а. И вот так вот вниз. Смотрим, нажимаем Tab, да, и видим вот такую вот картину. Мы смотрим, вот есть Kill Death. Sykes, конечно, лей всем раздает. 11-1, это пипец. Играет он, я не знаю, что это за класс, но мне нравится, что тут показывают, за какие классы играют и твои, и враги. Так, кажется, вот этот Сайкс, он админ, по-моему, он просто только что таких люлей раздавал вот тут плохим людям. Я просто не в первый раз уже на этом сервере. Да, вы заметили, это единственный сервер. Нет, по-моему, там еще один был сервер с людьми. Вот, теперь уже 6 человек, это... Ух! Так как? 7 человек. Это очень круто, да. 12-1. Чем же ты играешь, парень? Так, у Assault'а есть... Ай-яй-яй. Смотрите, у Assault'а есть вот такая вот куколка. Наверху справа вы видите типа обойма что-то, да. Сайкс всех в рукопашку валит, я только что это увидел. Так. Есть у каждого класса по 2 вида оружия. У Assault'а гранатомет. И вот такая вот куколка, которая стреляет со звуком барабана. Что это за херня? Ну это альфа, это не обращайте внимания. Так, еще что бы хотелось, на что бы хотелось обратить внимание ваше, это... Ё-моё. Это, видите, наверху такое слева направо такая штука ходит. Эта штука нужна для того, чтобы ускоряться. Вы сможете... Просто так вы не можете Shift нажать и ускориться. Вы должны попасть или в левую, или в правую сторону до упора, вот эту штуку довести. И вовремя нажать Shift. Вот, как я сейчас это сделаю. Так, ну что ж, пойдем посмотрим, что игра из себя представляет. Сайкс, походу, не на шутку разозлился. 15-2. Хорошо, что я играю за него. Так, люди вышли, это... Мне это не нравится.
Сайкс всех распугает. Ну, конечно, 1.8 и 3.4. Так, смотрите, какая штука. И смотрите, какое... А, это враг, блин. Да. Это Сайкс, наверное, поставил. Он, наверное, за медика играет. Нет, это не Сайкс, это Сомер поставил. Он играет за медика, и он меня сейчас лечит. Спасибо ему, конечно же, Сомер, спасибо тебе. Вот вы наверху видите такое птичкоподобное что-то. Шкала, это... Это шкала жизни. Да. Но, по-моему, нижняя это шкала жизни, а верхняя это хрен знает что. Так, мы сейчас... Ай, ты что делаешь? Я так и не... Ах ты, ё-моё. Какого хрена она открылась? Так, я бы хотел еще обратить ваше внимание на вот эти вот штуки. Это такие телепорты. Они установлены на всей карте. И с их помощью можно быстро перемещаться куда-либо. Так, я не закончил, правда, штуку, я упал тогда. Эта штука, это... Оно регенит. Вот, вот круг такой. И кто заходит вот в эту штуку, автоматически регенится. Оно есть у всех изначально. Стандартом. У всех медиков поддержка. Так. Ай, иди нафиг, мне это не нравится. Отстань. Так, я не наговорил, да. Есть у всех, я вам это покажу. Но у меня круг вот этот не такой большой. Сомер, наверное, уже много играет и уже... Отзадротил. 16-4. Реально не за шутку разбили. Парни. Давайте посмотрим, хоть кого-нибудь, может, убьем. Давайте посмотрим. Вот так выглядит захват точек. Вот. Наполняется вот так вот шкала. Да. И нужно вот так, чтобы все заполнилось. Ой. There is no winner. А, нет победителя. Как же нет, если... Вот, посмотрите на счет. Хорошо, увидимся мы уже на новой карте. Ждите. Итак, вот у нас опять выбор персонажа. И поиграем мы, конечно же, за инженера. У инженера тут своеобразное не управление, а... О, Сомер против нас. Своеобразная система стрельбы, что ли, вот так вот. Сейчас вы все увидите. И говорю сразу, мне это не нравится. Вот. Нужно попадать вот в эти штуки. Это пипец какой-то. Как можно смотреть на вот эту вот штуку бегущую и на экран, куда бить? Может, тут будет какая-то автонаводка, я не знаю, сейчас мы посмотрим. И тут у него два оружия, у всех тут два оружия, и тоже оно стреляет по такому же принципу. Вот так вот, да. Я не знаю, зачем я перезарядился. Хорошо. Так, я бы вам хотел показать такую штуку, как турель. Это очень забавная штука. Смотрите, вот я поставил вот такую штуку, и теперь она будет не подпускать. Дружище, развернись. Можно ее снять? Хорошо, ладно. Она не будет подпускать. Наверное, она должна крутиться на все стороны, но почему-то не крутится. Вот это есть у инженера. И у медика что-то другое. Потом покажу. Говорю сразу, за инженера я ходить много не буду. Вон уже враг. Сейчас проверим, как эта штукенция может работать. Вот, да, видите, тут как есть все-таки АИМ. Какого-то рода АИМ. Да, 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 да. Меня убил. Ну что ж, встретимся уже за новый класс. Это класс снайпер. У него на кнопку G ничего нету. Есть у него
дополнительное оружие вот такое, да. Очень, кстати, мощное. И есть снайперка, да, конечно же. Смотрите, какая тут интересная система прицеливания. Нажимайте правую кнопку, и вот шкала идет такая. И это мощность выстрела. И мне это ни хрена не нравится, потому что прицелиться почти невозможно. Это нужно столько играть. Я за всю игру убил только одного со снайпера. Это не у меня руки кривые, это кривые руки у разработчика. Так, опять смена карты, походу. Ну ладно, увидимся уже в следующий. Ну что ж, вот мы вернулись за снайпером. Непонятно, почему была очень быстрая такая карта. Так, в игре... Я не знаю, что будет в игре насчет сингла. Его, наверное, тут не будет, потому что... Какой тут нахрен сингл? Вот так вот, так вот мы попрыгали, да, это очень весело. В игре есть туториал по использованию вот таких вот, ну, туториал по перемещениям и по использованию оружия. Это очень хорошо, что они дали возможность научиться этому вне игры. Я уже там побывал, да, я интересно как. Так, дайте мне хоть одного убить. К сожалению, да, вы видите, я один. Неллину не удалось получить ключик. Кто такой уже? Неллину ключик получить не удалось. Давай, блин, бей его! Тут есть... Да, ближний бой есть. Вы, наверное, заметили, я только что сделал такое телодвижение. Интересное. Да иди сюда, скотина. Да, он меня распердолил, как дитя какое-то. Тут есть... Вот. Нажимайте F, и происходит такое непонятное, такое... Что-то типа бита такое. Сейчас. Оно резнится, оно не постоянно. И да, здесь очень сильные удары случаются. Но пользоваться ими тоже нужно научиться. Вон топора бегает. А, я его убил. Замечательно, это просто чудесно. Так, еще... Что вы делаете? Музыка, тут вечно играет музыка. Ну, конечно же, музыкальный шутер. И сюда. Я его сейчас зафигачил, увидели. Кулаком. Да-да, я тебя убью. Где ты? На что, 4 против 1? Показалось просто. Он еще бессмертный. Не, все-таки убили. Причем рукопашку. Да, парень отрастил себе яйца и пошел на троих. Молодец какой. Так. Это будет последний раунд за снайпера, и я вам покажу, что у нас будет дальше. Че тут стоит? Побежали. Как ты этот нажал? Я помогу тебе, блин, я помогу. Наверное. Да. Я обещал, я помог. Можешь не благодарить, дружок. Карта такая, не скажу, что большая, но... нету синдрома Call of Duty, когда... Ёпки-ёпки. Сома. Нет синдрома Call of Duty, когда карта очень маленькая и просто так коридорность тошнит. Тут можно побегать, да, есть где развернуться. Так.
попал, по-моему. Ой, я упал. Тут еще есть какой-то... Ну, на этой карте я вам этого не покажу. Но есть какой-то прикол с прыжками. Очень непонятный. Ай-яй-яй, иди нафиг. Он меня в рукопашку пытается убить. О, да. Блажаться. Есть прикол с прыжками, такой же, как и с ускорением. Только я не знаю, как им пользоваться. Где же ты, сволочь? Ладно, это очень странно, он был там, потом он исчез. О нет, это Сомер! Против этого вообще лучше не идти. Да-да-да. Да, у меня в рукопашку. Так, ну что ж, увидимся уже... Игра за новый класс. Класс называется «Поддержка», и он очень интересный. Так. Помните, я вам показывал за инженера, ставится такая штука, и... ну, турелька. А тут ставится подобная штука, только я не знаю... Вот, смотрите. Вот у меня единичка, там у парня была троечка, это, наверное, радиус действия. И это должно лечить вашу команду. Так, это одно из лечений. Второе, вы нажимаете вот так, наводите на своего товарища, нажимаете, и вы лечите его. Да, смотрите, прицел ушел вправо, то есть по центру ничего нет, и тут автонаведение. Вот я его буду лечить, пока вот... Пусть он пойдет, я его буду лечить. Он будет валиться, сейчас я его подлечу. Давай, вались. Желаю тебе удачи. Такого экшена нету, как обещали разработчики на своем сайте. Типа, это будет очень... Шиново. Тут даже дабстепа нет. Какие-то инструменты и какая-то попса. Я думал, будет что-то наподобие Saints Row, но нет. Хрен там плавал. Что это я делаю вообще? Пойдемте туда. К ним. Вот здесь вот захватывают, по-моему. Нет, еще не захватывает, до сюда еще не дошло. Ой, кто ты? Ты кто? Сомер? Нет, Сомер пошел в жопу. Конечно. Против Сомера вообще идти лучше. Лучше не идти. Так, вот моя еще стоит. Можно лечиться. А можно поставить ее где-нибудь в другом месте. Давайте так и сделаем. Поставим ее, допустим, вот здесь, вот, и будем стоять лечить наших. Хорошая идея, да? Вот. Все. Наших пока что не видно. Они, наверное, вон там. Да-да-да, захватывают. Быстро-быстро туда. Прыгай давай! Да не сюда, блин. Ну ладно, можно сюда. Так, как нам попасть туда? Вон. Туда. Вон там наши, и они валятся. Нужно идти им помочь. Глич, глич за нас. Глич за нас. Ты не Сомер? Ты Сомер! Не все, по-моему, могут в рукопашку валить. Спасибо тебе. Он, наверное... Я не знаю, с чего он убил его, но... Мне это понравилось. Ух ты, я так такой. О, нет, Сомер! Бежим! Ой, я кого-то убил. Ну
Вот они два одинаковых, я не знаю, кто это такие. Вот, я убил его, да. Спасибо вот этому парню. Лич, наверное. Да. Так, это последний раунд за инженера. Следующий мы уже будем за ногу. Да, это и вот наш последний класс. Называется это танк. Стреляет он очень офигенными такими. Смотрите. Он полетел по делам. Бум, да. К сожалению, ну вот дополнительное оружие это типа дробовика, но стрелять можно только по наводке по центру. И он такие басы издает. Да. Очень интересно. Так, пошли. Ну блин. Это последний класс, пятый. Да, тут 5 классов, я уже говорил. Пока они не доделаны. То есть не имеет смысла создание. Блин. Да, вот так. Пока они не доделаны, да и вообще сама игра не то, что не доделана, она просто не имеет смысла. Тут нет никакого, ну, ни контекстного меню, типа прокачивание персонажей. Нет, тут есть, конечно, прокачивание, только, по-моему, можно изменять звук у выстрелов. И все. Больше ничего такого инновационного здесь нет. Просто вот тупое месиво, ты бегаешь и... Привет. Ты бегаешь и пытаешься убивать. Конечно же, у тебя это не получается. Это я про себя. Тем более тут... Блин, да иди нах! Честно, себя убил. Тут одна карта. Пока одна карта. Говорят, что добавят новое оружие, и значит его можно будет менять, а не вот этими куколками, вернее, куколками бегать. И это альфа. И очень странно, что разработчики хотят выпустить игру уже в этом году. То есть они только альфу выпустили, еще не выпустили бету и уже хотят выпустить саму игру. Странно, да? Вам так не кажется? Это что такое? Ой. Так. Ну хорошо, думаю, больше не будем сейвить, и думаю, можно уже подвести итоги нашего первого взгляда, нашего обзора. Вот, люди как раз собираются. Так, что можно о игре сказать? Игра недоработана, это... да, это видно, что это альфа. Тут ничего нет, кроме вот этой арены. Но и эта арена все-таки интересная. Тут можно вместе с друзьями зайти, можно повеселиться, поугарать. Тут есть связь. Нажимаешь B и можешь говорить в микрофон. И микрофон тут сделан уже, проработан нормально. Не то, что во всяких там КСах, когда нужно еще настраивать его до хрена и всякое такое. Ну или APB Reloaded, если кто знает, там микрофон вообще ужас. Вообще ни хрена не слышно. И единственное, что они здесь правильно сделали, это микрофон. По поводу настроек, я не могу сказать, что это за настройки, так как тут настроек так, как таковых нету, даже звук нельзя сделать тише. Тут только чувствительность мыши можно изменить, и все. И мне это не нравится. Это еще один минус. Так, оценку я ставить и не буду. Вы знаете, мы с Алином очень... мы просто любители поставить всяким играм оценки, но этой игре ставить нет смысла, потому что она сырая. Это даже игру это назвать нельзя. Хотя видно, что движок это Unreal. Это
коридорность такая и... Я не знаю... Консольность, что ли? Просто... Ну, не, я не обижаю PS3 и Xbox и всякое такое. Просто... Очень похоже на Doom и Unreal Tournament. Все вот эти вот такие вот закоулочки и всякое такое. Так, повторяю, оценку ставить не буду, но играть в нее можно. Это все, что можно сказать на данный момент. Если вы хотите, в описании есть ссылка на подачу заявления, и вы можете бесплатно поиграть в эту игру. Да, напоминаю, такой вот сюрприз от разработчиков. Игра будет бесплатной в Steam, когда выйдет. Я не знаю, зачем они это делают, но это факт. Она будет бесплатна. Ну что ж, я уже сильно много натрандил. И думаю, можно попрощаться. С вами был канал Competitive Gaming. Я Noxwell. И ставьте, конечно же, лайки, подписывайтесь. И не забывайте про нашу группу ВКонтакте, а то она там бедненькая, пустая почти. Мы ждем вас в группе. И все. До новых встреч, друзья.